На Красноярской ТЭЦ-1 продолжают заменять котлы. Только недавно закончили заливать фундамент второго из двух новых агрегатов. Сейчас ставят железнобетонные колонны для каркаса. А первый уже обрел очертания, можно увидеть полный масштаб. Котел возвышается почти на 30 метров, и это без верхней части и барабана. На сборке задействованы 100 человек. Ожидается, что все закончат к концу 2023 года. Новые котлы повысят надежность, позволят тратить меньше топлива, а соответственно повысит энергоэффективность ТЭЦ. Ход работ контролирует не только СГК, но и Подольский машиностроительный завод, разработчик этого оборудования. Мы продолжаем ее выполнять и имеем большие надежды на то, что эта программа будет выполнена, и речи на сегодняшний день о каких-то переносах или сдвижках этой программы вправо или вообще ее секвестра пока у нас не стоит.